И всем привет! Сегодня я делаю обзор на битву бейблэйдов Флейм Биксис и Galaxy Pegasus. Бой будет проходить на Striker Stadium до 3 побед одного из бейблэйдов. Итак, Пегас начинает атаковать Флейм Биксис. Сильно он их потрепал. В первом бою победили Флейм Биксис. Итак, Пегас медленно крутится очень. И во втором раунде тоже победили Флейм Биксис. На подходе третий раунд. И в нашем бою победили Флейм Биксис. Все, это конец. Подписывайтесь, ставьте лайк. А с вами был я, Саша. Пока.